осторожно начали игру обе команды. В принципе, никто не хотел пропускать первым, зная, что сильная сторона, в принципе, и энергетика. И мы неплохо играли на в быстрых атаках в прошлом матче с «Динамо». То есть пропустить гол – это значило отдавать преимущество сопернику в плане того, что он мог прибегнуть к своей любимой игре, то есть то, которая у него хорошо получается. Мы опасались энергетика в плане именно быстрых атак, зная, что у них есть хорошие исполнители впереди, способные обыграть один в один. То есть постарались обезопасить себя от этих контратак, всегда сзади оставляли минимум 3 человека. Но, тем не менее, исполнительское мастерство нападающих оказалось чуть повыше в голевых моментах, оказалось выше мастерства наших защитников. И мы чего боялись, в принципе, ну, в контратаках мы 2 гола и пропустили. То есть второй, понятно, что уже ничего не решал, там уже нам надо было пытаться сравнять счет, уже как бы оголили тылы. Ну и первый гол, ну да, индивидуальное мастерство Ихшибоева, который обыграл один в один, и всего этого получили преимущество в атаке команды «Энергетик». И дальше, когда «Энергетик» получил преимущество в один гол, они могли уже как бы в своей излюбленной манере играть, то есть плотно обороняться компактно и выбегать в быстрые контратаки, что у них, ну, неплохо получается, будем откровенны, и обороняются они хорошо, плотно, компактно, и в атаке выбегают опасные. Тем не менее, моменты у нас были, шансы сравнять счет у нас были. К сожалению, мы ими не воспользовались. Но, безусловно, когда уже чем ближе к концу игры, тем уже все больше и больше мы уходили в атаку, больше оголяли тылы. Ну, второй гол уже получили на последней минуте, не знаю. И, в принципе, он уже на исход матча сильно не влиял. Лидеры чемпионата – это лидеры в ноябре. А сейчас это все промежуточные результаты. Это нам важно идти от тура к туру, набирать свои очки. Да, сегодня была, ну, важная игра. Ну, не потому, что там играли лидеры, не лидеры. Просто, ну, это, в принципе, две минские команды принципиально. И как бы в прошлом году мы с ними не совсем удачно сыграли. Тоже принципиально. Ну, к сожалению, так сложилось. Хотя повторю, что упрекнуть в чем-то я своих футболистов не могу, потому что, ну, ошибки, весь футбол построен на ошибках. Кто меньше ошибается, тот, в принципе, и выигрывает. Поэтому главное, чтобы было желание, была самоотдача, ошибки будем устранять. Здоровье людей – это самое главное, что есть. И то, что футбол – это игра для зрителей. Вот. Это вот две вещи, в которых я уверен. Ну, говорить не буду, но полностью переиграли соперника. Я не знаю, почему все случилось, это не мои там дела, но что мы сегодня были сильнее, это видно было невооруженным взглядом. Индивидуально, тактически, физически все было на нашей стороне. Вот поэтому мы выиграли. Это еще не лидерство, это временные могут быть какие-то всплески, как у одних, у других, это все футбол, который сейчас происходит. Поэтому я не расценивал игру как лидерство. Расценивал как очередная игра тура, третий тур, который только надо выигрывать. А все остальное там, где мы на каком месте и что, это совершенно никакого роли не играет. Вот и перестроились, и тут же забили гол. Должны были еще раньше это сделать, но поймать человека на контратаке. Но видите, так получилось, что в добавленное время забили все-таки свой гол. Это все Федерация футбола пускай решает, они проводят соревнования, это их прерогатива. А что мы будем, один говорит давайте, другой не давайте, это все в пользу бедных, и не надо об этом вообще поднимать вопрос. Есть Федерация футбола, проводящая чемпионат, которая скажет остановить, значит остановили, не скажет, но будем играть. Мы же не можем взять, выйти с транспарантами и сказать, мы не будем играть в футбол.